Привет, зритель, ставим лайк и поехали. Борис Корчевников на сегодняшний день, наверное, одна из самых узнаваемых персон российского телевидения. Многие знают Бориса как актера, телеведущего, журналиста и просто обаятельного человека. Наверное, когда слышишь его имя и фамилию, сразу приходит на ум Илья Синицын, которого Борис потрясающе сыграл в популярном молодежном сериале «Кадетство». Но так как после выхода этого кинопроекта прошло уже 10 лет, Корчевников не стоял на месте и активно занимался своей карьерой. После выхода «Кадетов» он появился еще в нескольких картинах. Однако большую ставку Борис делал на телевидении. Он выучился на журналиста. А в 2013 году ему предложили стать телеведущим ток-шоу «Прямой эфир», в котором обсуждались нашумевшие общественные события и которые он успешно вел до 2017 года. В феврале 2017 Борис Корчевников заявил об уходе из «Прямого эфира». Конкретных причин он не назвал. Но СМИ начали муссировать слухи о том, что опухоль вернулась. И на этот раз в злокачественном обличье. Однако сам ведущий никаких комментариев по поводу болезни не давал. Вполне вероятно, что уход был вызван другими личными причинами. А возможно, предложение возглавить православный канал «Спас» показалось ему более выгодным. Так или иначе, в августе 2017 года место ведущего «Прямого эфира» занял Андрей Малахов. На первый выпуск «Прямого эфира» новый ведущий пригласил Бориса Корчевникова. В сентябре того же года СМИ сообщили о скором запуске в эфир «Россия-1» новой авторской программы Бориса Корчевникова. Шоу под названием «Судьба человека» посвящено удивительным историям интересных людей. Но сейчас о личном. Борис является активным пользователем соцсети Instagram и часто делится с подписчиками своими снимками, рабочими моментами, путешествиями и другими публикациями. К примеру, сегодня ночью артист опубликовал пост, где сообщил поклонникам, что стал отцом. Правда, пока не родным, а всего лишь крестным. Крестили Сережу. Чудо это, конечно. И слов не найти. «Миша, поздравляю вас с Мариной. Прошу молитв за младенца Сергия. Спасибо», – написал Борис в микроблоге. Поклонники, тепло приняв эту новость, стали сразу поздравлять телеведущего с таким важным событием. И пожелали Корчевникову уже поскорее обзавестись собственными наследниками. И отметили, что ему очень идет быть папой. Пускай пока и только крестным. «Вам очень идет быть папой. Какая прелесть. Поздравляю, Боря. Теперь крестный папа. Достойно справился с миссией. Очень идет с младенцем на руках. Надо подумать о своих. Поздравляю родителей малыша и вас, Борис, с очень хорошим событием. У малыша замечательный крестный. У вас умилительный взгляд. Желаю, чтобы уже появился в вашей семье такой же ангелочек», – комментировали поклонники. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал.